Скажите, пожалуйста, какие у вас остались впечатления от матча с командой СССР? Самое хорошее. Что вам понравилось в этой команде? Ну, команда СССР. Что тебе сказать? Ну, мне понравилось то, что они достаточно слаженно играли и достаточно, ну, как бы, не грубо играли и достаточно дисциплинированно, дисциплина хорошая. А как вы думаете, почему вы не смогли достичь положительного результата? Я думаю, что чисто стечение обстоятельств. Да. Что вы хотели бы сказать своим ребятам, ну, такое ободряющее, чтобы они смогли в следующий раз победить? Ребята, не бойтесь, Бог с нами, мы в любом случае всегда побеждаем.